Доброе утро. Мы идем в садик. Ну, катись, катись туда, вот там. И на тропиночку там. Выйдем на дорожку, перейдем в пешеход. И за домиком, за двумя домиками пройдемся и садик. Давай. Красавчик мой. Да? Ну, костюмчики Леона. Второй раз овладели только. И мой красавчик. Поехали, поехали. Ну, куда ты едешь? Ты видишь, сынок? Вот, аккуратненько, только ножками переставляй. Да, мой сладкий. Вот. Ну потом что, потом домой. Брать сегодня шкаф надо разобрать. Повесишь, повесишь, вроде бы все. Потом возьмешь, опять оно просто лежит в шкафу. Надо развесить по вешалочкам и балкончикам. Немножко заняться лишние вещи, разобрать там. Или отдать. Что-то выкинуть, что-то отдать. О, тепло. Сегодня 22. Наверное, в городе дождик. Но вчера, по крайней мере, было после дождя прохладнее. Мои куточки, штанишках, шили в кроссовочках. А сегодня не так. Куточку я взяла, штанишки я не брала. Тепло сегодня в новых сандаликах. Там за домом, там солнышко, пошли здесь. А здесь так хорошо, такой хороший тротуар, что мы вон укатываемся далеко. Тёма, подожди. И мама никогда не успевает за Тёмочкой. Вот там просто солнышко. Здесь мы переходим уже вот туда. Сейчас перейдем. А там еще один домик и садик уже у нас. Подожди, видишь, тут дорожка, машина. Пойдем. Здесь так хорошо асфальт лежит, да, что тропинка, что катится хорошо. Сворачивай туда, к садику. Ну, вниз скатывайся и поворачивай. Пошли. Пошли сюда. Быстрее вон туда. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Там машинки. Там машинки, там солнце. Тёма, Тёма, иди сюда. Вот так, да. Что ты виляешь? Вот сюда пойдем. Вот, сейчас этот, за этим домиком у нас он заканчивается домик. Проезжаем мы этот домик, у нас там садик. Быстро мы так-то пешком 15 минут, а зимой 20. А на беговеле вообще за 10-15, ой, за 10 или за 5 минут, да? Шины лежали, поставили эти, чтобы машинки лишние не ездили. Ой, что-то у меня с камерой. Ты не помнишь, что ты кушал? Ты не знаешь, какие супчики, рис, макарошки с мяском. Мы ели котлетку. Котлетку ели? Да. С чем? С пюре, с макарошками, с гречкой. А супчик какой был? Вермишелевый, борщик. Не, борщ. Борщ. Борщ был? Да. О, ты, наверное, весь его съел, да? Ты же любишь борщ? Да, я не почти его съел. Я почти его съел. Молодец какой. А, нет, картофельный. Картофельный? Ясно. Молодец. А там взрослые мальчишки в футбол играют. Хочешь, на нашу площадку там пойдем? Наверное, иди сюда. Сюда сворачивай. Вон туда выезжай, вон туда. Ну куда ты выезжаешь? Ладно, поехали, поехали. А в магазин мы не пойдем. Нет, пошли, сворачиваем. А что ты хочешь в магазине? Ну, что ты хочешь купить? Что? Ну, вкусняшки, а какие вкусняшки-то? Дома там еще шоколадка есть. О, этот. Эти, как его еще есть? Дома есть шоколадка. С этим самым, объезжай. Это еще есть, как его, читал с кетчупом есть. Сок дома есть еще. Там есть вкусняшки дома. Надо сначала эти доесть, потом другие покупать.
Нет, там и читлс есть, и сок еще есть. И шоколадка есть. Поехали. Сок большой яблочный, да. Там Лиля чуть попила, и тебе еще осталось. Я вообще-то хотел. Пошли. Домой сейчас придешь, там шоколадка, тебе сок. Еще читлс ты не доел. Там еще эти, как их, мармеладки твои. Пошли от подарков вчерашнего. День рождения у Женечки было же. Мармеладки ты еще не доел. А, еще чего Рива мама покупала тебе. О, да, да, ну вот. Так что пошли. Кушать вкусняшки. Если ты день провел хорошо, да? Слушался, пошли есть вкусняшки. Ну пошли, 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 машинка. Вот сюда поднимайся. Пойдем. Утром там ехали. Подарки? Сейчас тут. Что? Подарки. А ты знаешь, что Маша и Ксюша подарила мне маску Леди Баг. Но она не подарила. А зачем тебе Леди Баг? Они же девочки. Не, вообще там. Ну там все есть. Маска супер кота. Ясно. Она кому захотела, тому и подарила. Захотела, Маша подарила. Она хотела мне подарить. Кошечка на окошечке. Ну и да. Ясно. Идем домой. Скорее всего, поиграем на площадке.